Элита Артсплюй Продакшн представляет. Привет, мои любимые. В этом выпуске мы посмотрим контрпик Лины и как можно из нее сделать нулевочку. Лина – невероятно сильный герой, сильные способности. Например, дыхание дракона, столб пламени и разряд молнии. Только само название скиллов о чем говорит? Невероятно огромный ДПС урон у Лины. Давайте начнем. С самого начала идет, естественно, Дум. Ну что поделать, это универсальный герой. И особенно он хорошо идет против героев, у которых много активных способностей. Например, Лина. То есть активная, активная и ультимейт. Дум ультует. И Лина ничего сделать не может, то есть она с руки никого бить не будет, она будет просто убегать. И в это время ее Дум убивает. Оп-оп-оп, профит. Все, спасибо, спасибо, Дум. Далее идет Джаггернаут. Джаггернаут, у которого есть вертушка, ему все равно на ее скиллы. Она не пробивает своими скиллами вертушку Джаггернаута, но... Если Лина соберет Аганим, то ее ультимейт будет пробивать вертушку Джаггернаута. И еще, у Джаггернаута есть невероятно сильный ультимейт. Само собой, кто-то может подумать, типа Лина собирает часто ветра и так далее. И она может собрать госсептер, да. Именно поэтому, играя против Лины, мы Джаггернауту собираем диффуза. И снимаем баф с нее. Спасибо, Джаггернаут, спасибо. Ну и наконец-то в выпуск попал Никс. Невероятно сильный герой против интеллектуалов. Легко может ее загангать. Оп-оп-оп, профит. Все, и там пару ударов, ее нет. Также у Никса есть карапаси, шипы. И он может отражать ее ультимейт. Вы представляете, нежданчик. Использует карапахи. Она ультует и вот в итоге дамажит сама себя. Спасибо, Никс. Ну, опять долгожданная Пугна. Пугна. Со своим вардом. То есть Пугна ставит вард. Лина ультует и опять дамажит сама себя. То есть этот герой невероятно геморрой для нее. Теперь вы видите, что довольно легко законтрить Лину. Я заметил, что довольно часто ее берут в играх, потому что она реально сильный герой, но очень редко пытается ее кто-то контрить. Пишите в комментариях, как вы контрите Лину, и пишите имя героя, которого вы хотите увидеть в следующих выпусках. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.